Всем привет! Выпуск про котов. Короче, живет у нас в доме кот. Зовут Вильгельм. Кс-кс-кс-кс. Вильгельм. Вильгельм. Кс-кс-кс. Вильгельм. Умывается. Я думал, почему он всегда голодный? Мы его кормим 2 раза в день. На самом деле он просто терпило. Кот терпило. Смотри сюда. Потому что приходит соседский кот, вот этот вот рыжий, и сжирает полностью всю его еду. Очень наглый боевой кот. Кс. Нормальный босяк такой. Кот-пацан. Приходит, просто рявкнет на терпило, а терпило спускается сразу и все, и сидит, ждет, пока его еду сожрут. Дожирает все до последней капли. Поел, а терпило умывается. Вильгельм, ты понимаешь, что он скоро тебя вообще уходит, стыдно ему. Вильгельм, стыдно? Вильгельм, ты такими темпами скоро уже его мыть будешь, а не себя. Сейчас я, короче, принесу банку еды, посмотрю, как они будут себя вести. Терпило отходит, а авторитет жрет прямо из банки. Ну, сука, уронишь. Терпилу прогнали опять.